Причина тому то отримывание традиционной манифестации пришли нам Русадля у Бикичу и пошвецование нового иконостаса у Валалской церкви сбоку нашего владыки Кирк Георгия Джуджара. До Бикичу вчера стигли едни, а нешкаше обчекую и другие гости из Республики Словацкой, которые даровали по одну икону за новый иконостас. На утре до Бикичу приход наявили около 10 сдружения жену из нашей и околних общинок со своими штандами и около 100 участников у программе с нагоди валяння майского древа Маялоса.